В международной конференции врачи подняли проблему фармацевтического кластера на юге. Сейчас ведутся переговоры с химфармзаводом. Главная цель – снизить аллергические реакции в людей, которые вызывают импортные препараты. Фармация, клиника связаны. Клиника без фармации никак не может. Но мы каждый год, наша академия проводит эту конференцию среди молодежи. Сегодня опрос в основном фармацевтическим клоном. Но здесь медицина, Последние 30 лет в стране увеличилось количество аллергиков. Фармацевты говорят, одна из проблем – это побочные действия от импортных лекарств. Сейчас учеными ведутся разработки для производства отечественных препаратов из лечебных трав. На юге растет много лечебных трав, из них можно изготавливать качественные лечебные препараты. У нас есть все возможности для производства фармацевтического кластера. Иммунная система человека не может самостоятельно противостоять аллергическим реакциям, вызванным препаратами. Белок, который существует в химических препаратах, дает антигенные реакции. Местные ученые утверждают, что наши препараты, которые уже в ближайшее время появятся в аптеках страны, защитят пациентов от аллергии. Баглан Байзахов, Бахдаулет Разах, Оңтүстік Ақпарат.